То есть маме спасибо, и я постараюсь, чтобы слезы не роняло. Сильно я стал пассивным, многие вещи неинтересны стали. Остановил кайфа, перешел все грани. Близкие тоже подустали, нервы не стали. Пацаны все без лица, я не семейный, как ни странно. И постоянно в голове одна и та же мысль, чего по сути я хочу и поднимусь ли в жизни. В последнее время понимаю, что слово Кент — это не родной человек, а лишь пачка сигарет. Один очень мудрый совет я получил от брата, что все пацаны твои, твои как что-то надо. Ладно, пройдусь до низа, поворот от бриза, но в каком бы состоянии не был, до дома дойду быстро. И чувство одиночества подавит затяг. Тебя больше нет, я же не он, лови моя.